Приветствую вас, и может быть, конечно, всякое, но исходя из того, что вы написали, это ваше личное восприятие окружающего, ваше личное восприятие ситуации, и можно сказать, что если у вас есть неоспоримые явные свидетельства того, что вы что мужчина испытывает симпатию к женщине, что он хочет ее, то это испытывает влечение к ней, то при этом такое поведение вполне обосновано и нормально. Нормально в том плане, что мужчина, не имея возможности как морально, так и общественно проявить свою симпатию, видимо, его беспокоит и репутация, и слухи, и все остальное, а эту энергию проявляет другим доступным способом, тем, который ему доступен. Этот способ не всегда хороший, этот способ не всегда правильный, но другого мужчины нет, и поэтому он так энергию эту реализует. Ведь он кричит, что уволит вас. Он кричит, что уволит, но не увольняет. Значит, это просто слова, значит, это просто эмоции. Значит, так он возмещает то, что не может проявить естественным путем. Что касается вопроса относительно того, может ли мужчина, если ему нравится женщина, обижать ее, безусловно. Ведь когда нам человек нравится, он перестает быть для нас чужим, а значит его действия, напрямую влияют на нас. Раз так, то и реакция может быть соответствующая. Чужой человек что-то сделает, и нам будет все равно. Но человек, который нам нравится, не может быть безразличен. И, соответственно, его действия могут вызывать эмоции. Как позитивные, так и негативные. И насколько позитивные эмоции вызывает такой человек, насколько сильные позитивные эмоции такой человек вызывает, настолько и негативные эмоции точно так же могут выражаться. Поэтому если мужчине женщина нравится, он как раз таки с большей долей вероятности может ее обидеть, может причинить ей зло, может причинить ей вред, чем когда имеет место безразличие и, по сути дела, отстраненность. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста. Буду благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго.